И здорово, друзья! В общем, с вами Леон и Лис. Сегодня мы продолжаем играть в Half-Life 2 на моде Synergy. И, о да, мы дождались, наконец, когда нам исправят баг с базукой. Ну, как нам? Исправили, в общем, вообще. Мы продолжаем. В общем, задержки с выходом серии были связаны именно из-за этого, для тех, кто не в курсе. А мы продолжаем мчать. Да-да-да, кстати, с нами Лис тут вообще-то. Нового проспект, кстати, там увидим. Новый проспект для тех, кто не в курсе. Теперь, кстати, пишут, кого говорили, по-моему, об этом. Вау, ты стрелял. Я стрелял, да. Сзади! А! А какого фига-то? Чё он от меня? Чё он от меня хочет вообще? Овсянка, овсянка, блин, ходячая. Ходячая овсянка. Вообще. Сзади, блин, слушай, что-то хватило мне ума вылезти из машины, все, поехали. Я не знаю, зачем ты выскочил. А я хотел там подобрать там. Забыл. Во-во-во, ты как по воде не очень. Классно. Оу. Слушай. Бро, нам нужна новая машина. Да не, это не обязательно. Можно... Сейчас я вытащу. Но... Давай, вытащи. Я вижу там уже силы Альянса, да. Это надо быть настороже. Нужно быть крайне осторожным. Здесь. Я даже у меня руль весь в овсянке уже. Бум! Хе-хе-хе, ну-ка еще раз. Ой, кажется, я забыл, что наводка, конечно, лазерная. Главное, засмотрелся и понял, что ракета в целеуказатель полетела. Ой! Ой-ой! Да тупая овсянка, больно! И звук такой... Во-во-во, в комбайне! Опа, комбайн... Ой-ой-ой-ой, кстати, на хардкоре же, да, точно, 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 точно. Больно, я умер! Мочи, уродов! О нет! Вот я отвык от игры, если честно, то есть. Терпи, да. Лево, терпи, я сейчас. Окей. Лево над тобой прям! Вижу! Ах ты гад! Ах, граната ты сволочи. Есть, если что. Что делать? Нет! Я умер! Ой, так, ну ладно, первый блин комом, это норма. Ладно, все, собрались. Это норма. Все, погнали. Так, все. Собрался, нормально. Сейчас поиграем. Врум. Жуки долбаные жуки. Так, отлично. Нормально. Ехали дальше. Прости, мужик, что мы по тебе ездим. Короче, сразу сейчас за корабль заедем вот сюда вот так вот. Эти звуки. Так, я тактически высадился и готов атаковать. О, снова мимо, да что ж такое-то? Минус один. Блин, две ракеты в двух типов и мимо, да что ж сегодня со мной такое-то? Если честно, мы просто еще не проснулись. Ну да. Так, минус еще один. Эй! Блин! Справа! Он умер? Он умер, да. Ладно, ты по нему стреляй, я буду тебя прикрывать. Окей. О, он пришел! Ой! Ты что делаешь? Как это? Я даже... Ты зачем меня Я это случайно, честное слово, потому что я даже shift не нажимал. Ты меня разблючил. Включи установку, кстати, эту. Включи установку. А, да, точно. Фух. Капец, взял меня, уничтожил. Я в самом начале. Ау. Ну ничего, у тебя машина должна быть, да. Ладно, я сюда поднимусь. Там вон есть какие-то доки. Причем офигеть, просто взял кашу, разорвало. То есть, прикинь, я не знаю, либо я случайно shift нажал. Ой, или что? Окружили! Да, ты умер, блин. Возможно, новые враги появились, потому что я видел комбайна с красными глазищами. Да, это новые. Какой-то он страшный. Ай! В спину. Нифига себе. Держись, дружи. Нифига его. Расколбасило. Who's number one? Which RPG? О, отлично, я появился, кстати, прямо в тылу у них, что самое главное. О, боже, у меня человек-сосед. А это значит... Я надеюсь, этого не слышно. Человек-сосед? Да. Ужасно. Что ты там стреляешь, конь? Готов. Уноси свеженького. Ты смотри-ка какой, а. Ха-ха, нифига ты его отстрелил, он наш ноги кверху отбросил. Револьвер свое дело знает. Оу-я!
Ладненько, давай немножко пошаримся, что тут есть. Как-то сумбурно, спонтанно все это началось, поумирали как-то по-глупому, еще и я тебя прикончил, это вообще уму непостижимый фейл. А, дальше я, в принципе, знаю, что нужно делать. Нужно подняться на этот кран и, да, опустить этот мост. Я пошел. Более того, нужно еще умудриться поднять машину. Я ее подведу. Пожалуй. По-моему, ты можешь даже ее со мной поднять. А если ты ее поднимешь со мной, то я смогу стрелять, возможно. Да, все, я за краном. Этот момент, кстати говоря, в сингле никак не проходится, никак иначе, как просто брать машину, поднимать самому туда и там забираться, лезть и так далее. Так, я тут. Стоп. Стою. Блин, это как игрушку вылавливать. На тень подъедь, прям на тень. На тень, хорошо. Ой. Так, подожди, она, блин, еще такая управление немножко. Стрей! Все, стою, вроде. Отлично! Отцепил! Мой приз Гранд Леон сегодня! Выцепил! Красавчик! Там засада! Отпускай, дед! Стреляй сверху! Не могу! У меня нету рейнджа! Ты выпал! Блин, зараза! Залазь в нее снова, я поднимаю! Поднимай, давай! Поднял! Давай, тут! Есть! Сейчас им! Сдохните, ублюдки! Они мне нос разбили. Машина там, короче. Хорошо. Ты должен опустить мост, видишь там мост? Сейчас, подожди. Да, давай, дави их. Ты можешь, я знаю. Да, контейнеры же можно, да. Контейнер поднял! И мост отпустил. Красавчик, вообще просто одним ударом трех зайцев. Во-во-во, стреляют. Молодец. Красивый выстрел. Nice shot. Как-то странно спустился, конечно. А, ну лестница, что еще сказать. Ладно, это было забавно. Контейнером просто взял. Граната! Ой, их там, слушай, их там дофига. Блин. Огонь на подавление! А, моя нога. Граната. У тебя как со здоровьем, нормально? Пока живу. 20 хп. Ой, нет, я умер, а ты? Ты живой, ты терпи. Возьми что-нибудь поэффективнее, пожалуйста, чем этот... Хотя, блин, револьвер, все же. Он эффективный. Поверь, он эффективный. По-моему, они тебя просто не видят. О, да, детка, вот, я появился. Ага, вижу их. Отвлекаю, на себя, давай, мочи их в спину. О, нет, лис! Слушай, револьвер не так эффективен, на самом деле, стал. Ну то да, когда толпа очень... врагов, тем более толстокожих. Ублюдки! Я вас ненавижу! Не прощу! Все, появился, хорошо. Меня отпустило. Вот так вот. Сейчас покажем ему, что такое настоящий револьвер. Ну или граната там. Зараза. А! Блин, болючие противники стали. Вообще. Получил. Мне сложно представить, что... Вау! Один остался там. Капец! Да ну ладно. Да не, у нас сейф по-любому был, но блин, он последний остался. Я понимаю, но как вот вообще дальше будем-то? Это вообще же хардкор. Да, это было весело. Мочи! Сейчас хардкорно. Крутые хомяки, на-на-на-на-на-на. Ты, гад, я тебе покажу, стреляет он по мне. Доманал я. Меня в ответку гранаты швырнули. В общем, предлагаю сделать следующим образом. Так. Сволочи. Только покажитесь. Я покажу. А, граната! Сдохни! Открываешь? Я отвлекаю их на себя, ты их прикрывай. Ого, их там! Да. Сейчас появится перекрест! Готов один! Еще один, граната! Сдохни!
Сзади у тебя один остался, у меня хп нету, чтобы его добить. Блин! Что, все, все, хорошо? Да. Вот это гамбит. Вот это красава. Да, 18 хп. Это жестко. Тут рубильник какой-то, чего он? Что-то активировал, я уже не помню, что именно. Надо выглянуть наружу. А, во-во-во-во-во, он ворота поднял. Здесь можно теперь проехать. Ну давай, водила. Поехали. У меня вроде даже... О, это что было? Лазерный красный прицел был. А, это гранатомет, наверное, взял. Сволочи! Пошли зад! Сзади, кстати говоря, контейнер был, вернее, тот самый... Так, ладно. Немножко по-другому сделаем. Застрял, застрял! Спасибо. Заковырял просто-напросто. Фу, господи, у меня так мало хп. У тебя есть лечить меня? Да, вроде есть, но там беспощадно. Ой, мало. Сейчас, дай полечу. Офигеть, классно. Только вот у меня, конечно, мало было. Так, ты можешь там проехать, в принципе. Где? А, где окно? Я хоть на это со стороны посмотрю. Она. Да. Ага. Да, чисто, знаешь, колесо в лицо. Я реально, я почувствовал себя человеком, который умер в ДТП, блин. О, боже. Ой, обалдеть. Так, секунду, я появился где-то очень далеко. Там есть что-нибудь интересное посмотреть? У меня машина застряла опять, сейчас подожди. Блин, это было страшно, я испугался. Да, застряла. Самое что ни на есть натурально застряла. Врагов-то тут как таковых я не вижу. В принципе. Эй! Вот там. Ну там наверху еще одна машина есть, если хочешь, можно пробежаться пешочком. Так, давайте беру. Фига себе, 8 патронов. Блин, обалденная игра, что не говори. Тем более в кооперативе. А где тут машина увидел? Наверное, вот она. Колесом взял, тебя раздавил. Да вообще это было красиво. Ты еще такой эффектно выезжаешь прямо. Вылетаешь, окно разбежишь, и мне просто в лицо колесо такое. Воу! Отлично, молодчага. Ей. Я бы, кстати говоря, забыл, что вот там вот. Не-не-не, я видел насыпь, и мне сразу стало понятно, что нужно делать. Блин, ну она так... О, ракеты. Ракеты. Ракеты? И аптечка. Ты понимаешь, что это значит? Да. Готовься. А, вот еще, кстати, ракеты прям. Ладно, так как в конце прошлой части у нас не получилось нормально одолеть летающих, хрен пойми, что это за устрицы. Вот это вот уберу отсюда на всякий случай. Ну да, согласен. То полагаю, что сейчас будет хороший реванш. Ну что, где она там? Понятия не имею. Ладно, давай я проеду дальше. Давай. Угу. Но с трех, с двух ракетниц, с трех, я уже тут третьего нашел кого-то. А, с трех ракетниц, тьфу, твою мать, с двух ракетниц мы уже нормально одолеем, думаю. Ага. Ой, думаю, что это за вспышки. Это я. Осторожно, под колеса не попади. А чё-то нету, слушай, действительно. Слушай, нету, странно. Они нас боятся, что ли? О, прям, глянь, тут, по-моему, можно пройти. Ты сейчас упадешь, по-моему, куда-то там. Хм. Нога-нога. Зашел. Да тут можно спуститься. Тут по-любому что-нибудь есть. Я помню, что такое, что-то было. А, да, вон, смотри. Вон туда. Там есть проход, по-моему. Или нет? Я извиняюсь. Вау! Классная Пойдем. Штука, да? Лазерное наведение. Там. Обожаю эту штуку. Бесконечности далее! Поехали! Хорошо сидим, слушай. Ой-ой-ой-ой-ой, какой ты...
жопа! Аккуратно води! Аккуратно! Без паники! Без паники! А-а-а! Только не урони нас! Не уроню! Да, мины появились. Ага, Net for Speed! Я по... Вот это... О! Это как так? Офигеть! Ай, 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 ай! Блюдки! Откуда? Блин, из дома! Вот мы встретили сопротивление. Я еще да. Я буду жить! Кто? Куда? Кто стреляет? Это ты? Ой, меня шкафом придавило, помоги! Я глупо, нелепо застрял. Подожди, подожди. Такая бытовая вообще неурядица. В смысле ты шкафом? Да я не знаю, тут когда фига шкаф меня придавил. Спасибо. Он меня ударил. У тебя есть лечить меня чем, нет? Да, вроде есть, сейчас гляну. Сейчас, аж. Не-не-не-не-не, все. Хорошо полечил. Ты их убил, да, всех? Где? Ты где? Я тут. Угу. Не, я тебя полечил, полечил, все. Я тебя полечить хочу. А, ты меня полечил, ладно. Домик проверим. Он такой весьма подобный. Подождите, что я лечу. Сколько у тебя постоянно, у тебя так... Да, он населен. Ой! Ты зачем окно? Попытка была засчитана. Открыл окно, блин. Так, я тебе сейчас... Вот стой так, да. Ой! Ты смотри... Да, не забывай. Какой урод. Леон! Такая паника просто вообще. Все жесть, какой хардкор, а? Ой, отсюда. Важно. Не, мне начало понравилось, как ты влетел просто в эти камни, еще там уронил столб, они упали на бочки. Все это там по цепной реакции подорвалось нафиг. Ладно, на сей раз просто не буду так опрометчив. По тактике. Так, это долбаные мины. Электромагнитные. Прошу заметить. Ой. Ой. Кажется, сейчас будет... Глупая, нелепая смерть. Блин, ну это все мины. Она прицепилась к колесу, и я не смог повернуть. Она бы еще и взорвалась к тому же. Давай я порулю. Ну давай. Что-то я хочу порулить так. Где машина? Вот она. Сейчас упаду, уроню все. Сидел? Подожди, мы еще не начали, да, я уже падаю. Так. А! Фух, я убрал ее с нас. Так что можешь цеплять, я их буду убирать. Классно, слушай. Так. Заряжай пушку. Наверное, мне нужно как-то все равно поаккуратнее ехать. Вон иду. Вали его. Блин. Держись, не умирай. Кто говорил про осторожность, блин? Я говорил про осторожность. Фух, все хорошо, все. Нет, не хорошо. Где эта штука? Блин, где гравипушка? Ой, блин, ты меня напугал. Появился так неожиданно. Короче. Я достаю базуку. Надоели. Давай, нигер, который белый. Нафиг. Вот это да, вот это ты радикально зашел. Не знаю, убил, не убил. Еще раз. Ну кого-то теперь точно убил. Там еще есть. Я забросил. Зря они в доме засели. Ибо у нас гранаты. Ой. Молодец. Штурмом давай! Пошел! Пошел, 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 пошел! Го-го-го! Call of Duty! Чисто! Чисто! Я чисто. Оперативненько. На этой почве можно даже из табуретку выкинуть из... Ай! Твоя граната была? Нет? Соседи табуретками кидают в стену. Нифига их там снаружи, слушай. Вау-вау-вау, да, вижу. Увидел. Ай-яй-яй, боль. На помощь. Блин, как же они фокусят-то, зараза, а? Первый этаж. Через стекло сзади, вот это, блин. Ой, зашли.
Да, я ж тебе говорю, первый этаж. Офигеть, вот это оперативно. Нас выимели. Блин, опять сначала. Да ладно, ничего страшного, зато весело. Окей. Я не боюсь за... Я... Вот что-что, вот это прохождение затягивать я вот никак не боюсь, потому что очень интересно. Доставай гравити. Даже умирать и то весело, да, кстати. Куда он решил там остаться? О! Пошли вниз! Тут аккуратненько! Все нормально. Ладно, на сей раз я думаю, что действительно лучше аккуратно и... Штука-дурка, блин. Ходим заранее. Ага. Смотри, кого я несу. О, пацаны, смотрите. Они на комбайнах работают? Нет. Минус. Мне нравится, когда они на тебя отвлекаются, я... Минус два. Фух. Ой, еще один. Сус, движок просто прекрасен. Ай. А! Ща, подожди, сейчас я тебе помогу. А, это ты, фух, господи. Отлично. У меня очень мало хп. Ну-ка. Их еще нету. Они появляются сразу после того, как ты открываешь дверь. Да? Вот нет, теперь вот... они появились, по-моему. Хм. Любопытно. Ох ты, ёп! Глупость! Это ты сам себя так? Да. С моей стороны это выглядело очень жестоко, честно. Типа, не пустили, да? Да-да-да-да-да-да. Всё, я здесь. Ты там чё кидаешь свою ерунду, слышу? Блин. Как они... больно. Фух. Сумру, короче, Лео, береги хп. Ой-ой-ой, у меня тоже 6 хп. Блин. А, мина! Если сейчас мы умрем, мы будем уже нормально, думаю, тактику нормальную разрабатывать, потому что умирать сейчас... Это уже не смешно. Будет. Так. А нам надо в этот дом вообще? Да. Нет. Не надо, конечно. Может... На какой мы ломимся туда? Не знаю. Поехали. Сейчас я тут немножко зачищу наверху. Появились. Да, тупые мины. Ох, сколько здоровья! А, ты чё там забыл-то? Дурачок! Эй! Вот и все. На выходе из дома буду стоять. Заходит к тебе один. Ой, не один, их там много. Стой, не двигайся, нет, не ходи, они идут. Живи как можешь. Зашел, поднялся. Ушел, ушел, ушел. Тихо, стой, стой, не пались, не пались, не пались, не пались. Отступ. Дави на подавление, давай, 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 молодец. По давай, голове. Чуть есть, все, я резнулся. Отлично. Ух ты, как вовремя-то. Аккуратно, щит. Их там где-то двое, наверное. Не умирай, не умирай, не умирай, пожалуйста, не умирай, я еще хочу. Надо было за дом прятаться. Есть, есть, я живой, дядя. Они дураки. Что, он замер. Фух, блин. Садись давай, короче. Нахрен так жить. Зато весело. У тебя мины сзади. Ты какие-то, блин, ай-яй-яй. Нельзя так. Сейчас, секунду. Пес, где мячик, да? Но. Все, я воду выкину. Все, только не упади сейчас. Потому что, я наверное... понимаю. Мало ли. Возьми грави. Стой, подожди, там у меня вижу. Там была засада. Толпа, но он еще живые. Фига, я твой угол на перекрестие вижу, как ты целишься. Это прикольно. Ня-ня-ня-ня-ня. Пристрелил. Машину уронил. Так, все нормально. Солнышко лесное. Где, в каких краях? Так, а вот здесь тактическая остановочка. Здесь мы приобретаем арбалет.
Бедный убитый. Ага. Блин, ты нашумел. В смысле? Да тут просто тут снайперская позиция. Блин, засранец. А, нет, 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 не нашумел. Ладно. Сначала снимем вон того наверху в голову. Все. Припечатали. Так, шум поднялся. Ух, нифига, я там что-то это что, в пушку попал, нифига ее откинуло. Так. Я никого не вижу. Снайпер из меня плохой. Где враг? А, враги по домам разбежались. Но я одного снял, видишь, он там на щите висит. Угу. Ноги такие. Ладно. Это будет, слушай. Тактика такая, один из нас будет здесь сидеть и стрелять. Чурья. Ладно. Окей. Я нормальный снайпер. Да, кстати, надеюсь. Да, из меня снайпер не очень. Я буду выманивать их на твою сторону, чтобы, если что, ты их мог стрелять, но... Это снайпер. Радио Альянс, тревога поднята. Так, хорошо. Вижу. Ага, мой снаряд только долететь. Минус. Минус. Ой, как много к тебе идет. Я, если что, отстреляюсь, не переживай за меня, я в укрытии. А, нет. Так. Фух. Так, они выходят, да? Я вижу, как они мрут, как мухи. Блин, больно так как. С другой стороны, не ожидал. Ну, там, видишь, проблема в том, что спрятаться негде. Но тем не менее, эффективно сработано. Я всех снял. Думаешь, там много еще. Ладно, вот теперь точно я буду как Рембо поехал. Так. Вижу, стой, подожди. Блин, выше. Блин. Да как он спрятался удачно. Щит. Долбанный щит. The motherfucking shit. Так, захожу. Там у тебя двое. Мины на тебя активировались, мины едут. Мины сзади, Леон. Ща, подожди. Закатываются в дом к тебе, вот. Видишь? Пошел отсюда. Там, наверное, прикольно наблюдается, как из крыши просто вылетают такие. А, ну да, точно, слушай, я только сейчас увидел. Так, зачистил. Ну как бы зачистил. Там где-то возле там дальше уже были у тебя еще, я не могу их достать. Ага, вот тут бегают такие красавцы. Увидеть бы их, а? Готов один. Ага, вижу, сейчас подожди. Если сунется, я его убью. О, идет. Ой-ой-ой! Это круто. Ты видел, под каким углом и в какой промежуток я там попал. Вообще красавчик, блин. Тактика. Блин, кто мог подумать? Подожди. Это еще не все. Не стоит расслабляться. Мне еще нужно твое прикрытие, потому что сейчас я кое-что активирую и их хлынет. Их просто хлынет. У тебя патроны-то, кстати, откуда там берутся? Там рядом ящик есть, что ли? Там ящик же стоит. Классно. Блин, обалденно, как будто разработчики изначально знали, что можно будет играть в нее кооперативом. И все так весьма грамотно сделано. Ладно, тут надо машину скатить, чтобы вырубить питание щитов, полей. Это что там стреляешь? Сейчас. Вот так вот. Меня видно, кстати? Вот так вот. Нет, я вижу только, как какие-то штуки улетают в воду. Смотри. А, вижу, машина катится. Все, вырубил. На скалы так бам. И вот сейчас будет очень-очень много врагов, полагаю я. Но я что-то никого не вижу. О, машина. Тут есть. Тут была машина, в принципе, не надо было даже и мучиться с этими полями, но да. Пипец, машин разбросано. Там мина, кстати, прямо за бордюркой. Сейчас на тебя сагрится. Ага. Окей, поехали. Ну слушай, прикольно, тактичненько сработали. Mm-hmm. Мне понравилось. Просто готов. Ну все, походу, да? Стрелять, да, локация это все. Это все.